Значит, сегодня у нас, товарищи, последние в этом году учебном, не последние в этом году, а последние в этом учебном году занятие кружка любителей гегельской диалектики. Занятие в следующем учебном году в рамках Красного университета, к которому присоединяется этот кружок и помогает осваивать курс философии, мы начнем работать в октябре. А более точно будет известно Валерию Александровичу, и он может тогда, соответственно, и... Хотя это мы можем и сейчас определить, правильно? Потому что на среду мы не попадем, на четверг нам тоже не надо, потому что там может быть университет, рабочий корреспондент, а вторник, и, наверное, не на второй. Третий вторник – это 15 октября. Вот. Давайте 15 октября будем так ориентироваться. Прекрасно. Причем, поскольку 15 октября – это так много, что никто, кто придет 15 октября, не сможет сослаться на то, что не было времени для того, чтобы дочитать науку логики до конца. Я правильно понимаю? Причем задача ставится не понять, это просто задача понять не снимается. Оставится задача прочитать. Значит, что значит прочитать? Все буквы просмотреть, и все слова про себя проговорить, и больше ничего. Значит, хочу сказать, что если кому-то кажется это очень странным, то как вы думаете, как вот дети учатся говорить? Как они учатся говорить? Они же повторяя, просто повторяя все, что слышат. Повторяют, все смеются над ними. Забавно. Хохочут, так забавно. Они это так говорят. Потом раз, и начинают говорить. Это же чудо, что происходит. Причем они сначала говорят на своем языке. Они потому что... Нет, они не на своем. Они с самого начала говорят на человеческом языке. Что могут, то и выговаривают. Что у них получается. Например, они лежат и говорят там, или оттачивая там отдельные звуки. То есть все идет в точном соответствии с диалектикой. И надо понимать, что вот потом люди взрослеют и становятся такими буками, которым как бы стыдно, неприлично вот действовать так, как делают дети. Ну а как делают люди, которые вот переехали в другую страну? И там все говорят в другом языке. И когда ты хочешь. Вот мне пришлось однажды выступать в Голландии на конференции таких партий, которые из тех стран, где ведется вооруженная борьба против капитализма. И у меня там был доклад. Ну, как вы понимаете, я, конечно, читал там, и «Капитал» я читал на английском, два тома прочитал, так сказать, занимался, и кандидатский сдавал. Но я хочу вам сказать, что это, делать доклад на английском языке, ну, это очень сложно. Во всяком случае, очень радовались переводчицы, потому что они думали, что я для них так медленно говорю. Они меня очень поговорили просто за это дело. А я, потому что я, ну, как вы понимаете, не так. Я вооружился всякими там всей литературой на английском языке, чтобы говорить об этих вещах. Вот. Но хочу вам сказать, что если там побудешь немножко, когда все говорят на английском, вы, естественно, желание что-нибудь сказать по-русски, потом к вам возвращается, потому что вас никто не поймет. Поэтому вы хотите, не хотите, на ломаном языке, но вы должны говорить на языке тех, с кем вы имеете разговор. И поэтому быстро-быстро, ну, все люди, куда бы они ни приехали, любого уровня, с высшим, со средним, с низшим, с начальным образованием, все через некоторое время прекрасно начинают говорить на языке той страны. Если прекрасно, то хотя бы так, чтобы их понимали. Прекрасно. Прекрасно, через некоторое время, и дети их, так сказать, их естественно, которые вот сюда приезжают, киргизы, работать на постоянное место жительства, их много, они сюда приезжают, у них русский язык тоже на уровне киргизского, но занятия по русскому языку на 2 часа больше, чем киргизскому языку, в школах киргизских. И вот они готовы, как говорится, к тому, чтобы здесь работать, разговаривать. Ну, приезжают взрослые, а дети-то, они пошли в детский сад, потом в школу, и все. Я после этого с этими киргизами говорю, ну так что, вы русские, киргизского происхождения? Говорит, ну, выходит так. А кто они теперь такие? То есть я хочу сказать, что вот этот способ, который кажется, на первый взгляд, прямо что мы вам предлагаем, считать то, что непонятно.
Ну, надо читать, ну, так вот, скажем, тот, кто изучал язык, скажем, для сдачи. Я, например, читал газету «Morning Star». Ну, как ее читаю? Я читаю, часть понимаю, часть... И, конечно, мне уже насолили какие-то слова, тогда я обращаюсь к словарю, потому что сколько я их уже видел, и непонятно, что это такое. Ну, раз это я уже 100 раз повторял, я ее прочитал, я сразу запомнил, и все. То есть надо учиться читать непонятное. То есть вы дочитали до конца. Так, это задача, ее нельзя не выполнить. Только вот если кто-то будет нарушать дисциплину. Не будем показывать пальцем. Вот, надо прочитать. А насчет понять, для этого у нас и кружок. Понять – это другая тема. Понять, выразить в понятиях. Выразить, то есть вы должны выразить в понятиях. Это не то же самое, что просто повторять слова и звуки, которые здесь записаны. Вот. Но времени достаточно много тоже. Ну, я и как руководитель кружка тоже могу сказать, я это многократно прочитал вот это. Многократно. Что позволяет мне вот подготовиться к занятию более тщательно. Учитывая, что при подготовке к занятиям я уж, по крайней мере, 2-3 раза это прочитаю еще раз. И я смотрю, когда у меня тут заканчивается подчеркнуто, я что-то не вижу. Все не заканчивается подчеркнуто. Вот здесь. Это уже в этой книжке новой. И так далее. То есть это то, о чем Ленин говорил. Штудировать, возвращаться, снова обращаться и так далее. Причем мы сейчас попали вот уже в такую сферу понятия, где мы говорим о необъективных, не объектах каких-то, а о понятиях, о форме мысли, как мы мыслим. И многое для нас открывается. То есть обычно мы говорили, не задумываясь на тему о том, что значит роза есть растение. Ну как роза это роза, а растение это совсем другая категория. Растений же много. Растений есть и ель, и пихта, и клен, и дуб. Что значит роза есть растение? Не любая роза, это, конечно, растение, но кроме... Растение – это не роза. Но растение – сколько угодно, поэтому как можно отождествить растение, розу и растение? Это нельзя их отождествить, они отличаются. Или наоборот, можно их отождествить с учетом того, что творчество есть творчество различного. Только в этом смысле их можно отождествить, потому что растение – тьма. И если вы посмотрите на это суждение, вот я сейчас говорю о том, что мы прошли с другой стороны, ну а какое вы всеобщее взяли? Вы взяли только то всеобщее, которое роза. Только то растение взяли, которое роза. Поэтому ваше всеобщее есть единичное. Особенно. А? Особенно. Нет, единичное. Роза конкретно вы взяли. Мы взяли розу вообще. То это особенно. Это вы взяли розу вообще, а я беру конкретную розу. А, ну вот. А вы думали, зачем мне розу вообще? Не, особенно это когда красная роза там или роза какого-то сорта. Это множество. Мы еще это особенно не дошли. Я взял розу. Это особенное. Вы читали форму суждения? Нет? Положительная форма. Какая суждение? Единичное есть всеобщее. И не надо нам. Ну, я понимаю. А я вот единичное, вот, есть всеобщее. Вот я таким дураком себя чувствую вот в этом месте. А я вам ужас какой. А в другом уму. А вот в другом. Так вы ходите во всех местах чувствовать себя умным. Какой у вас настрой? Вот видите очки у вас. Это очки, вот ваши очки. Это единичные же? Ну, вот эти, да. Единичные? Вот эти. Но они же очки. Очки. Значит, всеобщее. Особенное. Нет, все общее. Нет, ну есть особенные очки, а есть особенные пенсны, например. Нет никакого особенного. Еще слова ну, такого не знаете. Нет особенного. Какое особенное? Понятие. Ваши очки. Это ваши это очки. Они, именно потому что они очки, они всеобщие. Единичные ваши очки есть всеобщее. Или вы не согласны, нет, что это очки? Тогда выбросите их, потому я что они. Если они не отвечают требованиям очков, понятию очков, всеобщему, то вы можете их выбросить, потому что если ваши очки не приспосабливают ваше зрение таким образом, чтобы вы могли видеть, то их не надо вообще носить. Продайте или отдайте, или выбросите. Дайте сразу мне. Надо читать тогда феноменологию духа. Там вот Гегель пишет о том, что такое всеобщее. Вы можете создать кружок любителей феноменологии духа. Вот. И будьте добры, там и будете руководителем, и будете пока рассказывать, что ваши очки особенные. Да. Особенные очки не ваши, а Мордовина, он, потому что он проректор. А ваши обычные очки.
Я могу вам подарить очки, будет ваш. Не надо, у меня дома много очков, которые я снял и больше не ношу. Поэтому они у меня и не особенные, и не всеобщие, и не единичные. А читаете? Ну, почти всю жизнь я проходил в очках, так что... Читаете без очков? Что? Без очков? Конечно. Без очков. А что читать-то тут? Надо тут больше думать, чем читать. Я же медленно читаю, это вы быстро читаете. Да я вообще никак, если без очков нет, не читаю. Нет, а я же близорукий был все время. И есть близорукий. А близорукие могут читать без очков. Так, ну, это о преимуществах близоруких я не буду распространяться. Потому что если дойдем до недостатков, оказывается, недостатков там очень много. Значит, во всяком случае, задача ясна, да? На лето, задание на лето, как всегда, это что? Прочитать до конца. Ну, до конца осталось 3 томов науки, логики осталось. Вот, ерунда. Вот смотрите, какая страница? 59-я. А всего? Вон даже пустые страницы есть. Это для тех, кто... Ну, 300 с пустыми. 300 отнять 59. Ну, отнять 50. 241. Ну, 250 страниц. Прилично. 250 страниц, а дней у вас сколько? Смотри, июнь, июль, август, сентябрь, 4 месяца, 120. Пойдем, значит, 3 страницы, не, ну запасом надо, вдруг у вас какой-то сбой. По 3 страницы в день читать. Кто не сможет читать по 3 страницы в день, тот не достоин звания члена кружка любителей детской этой гегельской диалектики. Ну, любители, они же любят читать Гегеля, но 3 страницы в день. В чем проблема? Кто не сможет 3 страницы прочитать? Не знаю. Как? В день. А? Тяжело. Позор. Тяжело. Читать не тяжело. Читать, дайте мне любой текст, на любом языке я вам буду читать. В чем проблема наша? Понять тяжело. А читать-то вот в чем проблема, Евгений Николаевич? Дайте мне любую книгу. У вас есть какие-то книги, которые я не понимаю? Дайте я почитаю вам ее. Бегло буду читать. Есть книга. Вот нашли проблему. Феноменологию. При условии. Да я прочитал «Феноменологию духа» 2 раза. Первый раз ничего не понял, со второго раза. А вы, наверное, 1 раз прочитали. Нет. Вот вы все и говорите. Я ее 1 раза не прочитал. А вот и видно. А я прочитал 2 раза. Первый раз ничего не понял, второй понял кое-что. Могу вам рассказать, что есть 3 формы постижения мира, как доказано Гегелем, феноменологией духа. Одна форма постижения мира религиозная, то есть ваши все отношения, они представлены как... Отношения на небесах. Вторая форма постижения мира в образах – это искусство, в том числе архитектура, литература, потому что там главное не буквы, там главное художественный образ. Там главное. Художественный образ там, в литературе. Так, картины. Поэтому, скажем, если вы идете слушать музыку, вам важно, на каком языке там говорят скрипачи, на каком языке говорил композитор, на каком языке... Даже на каком языке поют, если идете в оперу итальянскую, уж так уж важно. Ну, конечно, там вам подстрочник дадут, но это не суть важно. Даже непосредственно к вашим чувствам обращаются. Постижение, а не познание. Постижение истины. А вот познанием занимается только постижение в понятиях. Вот 3 форма. Вот мы 3 формой уже изменяемся высшей, а вы нас все время хотите утащить назад. Более низким формам, Евгений Николаевич. А мы сопротивляемся. А он... Да? Я не виноват. А вы? Я просто... Как не виноват? Это вы будете доказывать в другом месте, что вы не виноват. Так. Это понятно. Это задание. Так? А теперь, что касается того, где мы находимся. Значит, мы рассматриваем суждение, то есть это форма мысли. И рассматриваем то, что обычно никогда... предметом рассмотрения люди не берут. Не берут. А если берут в формальной логике, то это сводится к формальной классификации. Такие суждения, такие, 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 такие. То есть рубрикации. Давайте разделим. Примерно так же, как вот если идете в мясной магазин, раньше всегда было в больших магазинах, всегда разрубы, да, туши. И толстый край, тонкий край, филеи и так далее, так сказать, все тут есть. Окорок. Все расписано. И здесь тоже все в логике было расписано. Некоторые товарищи вот говорят, мы изучаем формально. Да изучайте, от этого вы не продвинетесь. Почему? Потому что там нет движения мысли. Нет движения, там есть рубрикация, рядоположность. Вот. А рубрикация у нас, если я захочу изучать вот так, скажем, вам не понравится, что я вам предложил, более короткий вариант, прочитать только оглавление. Уж это уж точно никто не скажет, что он не успеет.
Но оглавление-то успеете прочитать? Всяко. Оглавление – это целое все, но разбито на кусочки. Никаких связей там нет. Никаких переходов оглавлений нет. Поэтому, ну что зачем идет, можно запомнить. Это тоже ценно. Что зачем идет? Вот это-то можно запомнить, правда? Что первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. То есть вы, по крайней мере, если еще не поняли, то уже ранжир понимаете, что каждое следующее богаче, чем предыдущее. Почему? Потому что каждое следующее вот в этой книге включает в себя все, начиная с чистого бытия. Каждое следующее. Поэтому это не просто вот бесполезно читать оглавление. Некоторые говорят, давайте я схему нарисую и стрелочки поставлю. Ну, поставьте стрелочки между пунктами оглавления, сверху вниз. Вот и все. Больше там ничего не сделаете. Поэтому все попытки нарисовать логику диалектическую или изобразить ее, они сводятся к тому, чтобы наставить стрелочки. Что зачем идет? Это нарисуем и это нарисуем. А вы переход можете нарисовать? Как вы можете переход нарисовать? Никак вы переход не нарисуете. Это как в анекдоте барабанщик играет гипсовый. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Как вы это нарисуете? Это вы написать можете становление словами. Как вы можете изобразить движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие? Буря, там, штормы, штурм, что-нибудь еще. Что-нибудь в этом роде. Но это все так картинки, а вовсе не истина. А истинное выражение – это вот оно и сказано в понятиях движения, исчезновения, бытия в ничто, а ничто в бытии. И вот мы когда дошли до положительного суждения, а вы нас тащите вперед к особенному суждению, это, а мы только к этому подошли, к отрицательному суждению. Вот когда мы подошли к положительному суждению, оно имеет форму какую? Единичное есть всеобщее. Вот и форма. Потом мы выясняем, когда мы с другой стороны посмотрели на это всеобщее, то всеобщее здесь, оно такое, которое убирает вся вот это единичное, а не всеобщее, всеобщее. Поэтому это из всех возможных всеобщих, вот это всеобщее. Поэтому это единичное всеобщее, поэтому всеобщее единичное. Нет, всеобщее есть единичное. Там «е» нету на конце. Есть. Нет. Есть. Всеобщее есть единичное. Значит, и вот это, вот это вот мы... Это получаем мы другую форму этого же самого положительного суждения. А вот когда мы это все рассмотрели, мы увидели, что и в том, и в другом случае, хоть так бери, хоть наоборот бери, получается, что на самом деле это получается несоответствие. Все равно единичное – это не всеобщее. А всеобщее – не единичное. Правильно? Вот мы когда внимательно пригляделись к этим понятиям, ну зачем мы так говорим, что это единичное, это всеобщее? Потому что они разные. А раз они разные, так давайте так и напишем, что единичное – это не всеобщее. А всеобщее – это не единичное. Это что такое? Это результат изучения положительного суждения. Когда мы его изучали мы то, что единичное – всеобщее, а всеобщее – единичное. Сначала мы изучали, что единичное есть всеобщее, потом стали говорить с другой стороны, что всеобщее – это единичное, а не всякое всеобщее. И потом вы пришли к выводу, что всеобщее – это не единичное, всеобщее – это не единичное, а особенное, а единичное – это не всеобщее. То есть пришли к прямо противоположной формуле. И это и есть отрицательное суждение. Там отрицание просто вот тут лежит уже, положено. Единичное не есть не всеобщее, а всеобщее не единичное. Ну раз единичное не всеобщее, то есть это единичное с отрицанием. А как называется единичное с отрицанием? Ваше слово, товарищ Маузер. Вот единичное, всеобщее, единичное. Я спрашиваю вас, единичное с отрицанием, как называется? Вот вы повторяли слова, когда не надо было, а когда надо, вот вы молчите. Единичное с отрицанием. Что это такое? Особенное. Вот. Золотые слова. Зря я на вас напал. Беру свои слова обратно, а ваши слова тоже. Нападайте. А ваши слова... Обращайтесь. Так я и обращаюсь. Именно к вам и обратился. Значит, если единичное не всеобщее, то есть единичное с «не», с отрицанием. А кому это знаем из раздела? Всеобщее, единичное и особенное.
что единичное с отрицанием – это особенное. Теперь берем другую форму, формулу этого же самого положительного суждения. Всеобщее – единичное. Но всеобщее – это не единично же. Это же разные категории. Мы, когда мы обдумывали это, смотрели, мы к этому выводу пришли, что всеобщее не единично. Вот об этом пишет Гегель в разделе о положительном суждении. Итог этого рассмотрения. А раз всеобщее не единично, значит, это всеобщее с отрицанием. Как называется всеобщее с отрицанием? Особенно. Плохо он выучил. Такой молодой. Учитесь вот у старшего поколения. Учитесь. Так вы как-то спотыкаетесь как-то. Вот человек все время пытался, когда не надо даже говорить. А вы когда надо не говорите. Всеобщее. Видите, какая у вас вина больше гораздо, чем у него. Он даже когда не надо говорит, а вы когда надо и не говорите. Всеобщее. Ужас. Особенно единичное, это три тотальности. Это он знает, они знают. Но самое непонятное они здесь. Знают. Это непонятно, нам непонятное не надо, нам самое понятное надо. Вот да. Самое понятное у нас сейчас очень тут налицо, что единичное с отрицанием, то есть единичное не всеобщее, это единичное с отрицанием, то есть единичное есть особенное. Вот первая формула суждения получилась. И вторая формула, всеобщее рассматриваем, всеобщее не есть единичное. Раз оно не есть единичное, то всеобщее с отрицанием тоже особенное. Значит, мы получаем для отрицательного суждения, то есть всеобщее единичное не всеобщее, а всеобщее не единичное, получаем два утверждения, которые то с одной стороны взяты, то и с другой стороны взяты. Одно утверждение, что единичное не есть всеобщее, дает нам единичное есть особенное. А второе утверждение, что всеобщее есть не единичное. И тогда получается, что всеобщее тоже особенное. Значит, единичное особенное и всеобщее особенное. Вот эти две формулы и содержатся в отрицательном суждении. Это, другими словами, положительное выражение отрицательного суждения. Почему так? Потому что мы брали это отрицательное выражение. Единичное не есть не всеобщее. Потом отрицательное брали. Всеобщее есть не единичное. А уже получили вот с помощью Евгения Николаевича и при вашей поддержке, ну такой слабый, конечно, но правильной поддержки, мы получили, что и единичное есть особенное, и всеобщее есть особенное. И здесь слово «не» куда-то пропало, оно сидит в особенном. То есть мы получили положительное выражение отрицательного суждения. А что вы хотели? Что вы хотите еще от этого занятия сегодняшнего? Что мы взяли положительное и пришли к отрицательному. Это вас удивляет, как диалектиков? Вот если бы мы взяли положительное и пришли к положительному, он сказал, ну занятие прошло впустую. Ну, хочется добавить здесь, что это все в рамках понятия. Это не в рамках, нет. Это не в рамках. Диалектики никогда в рамках не бывает. В рамках бывают картины. Диалектика с рамками ничего общего не имеет. И она выходит за все рамки. Рамки – это том первый, рамка – это граница. Граница, знаете определение? Дайте, пожалуйста, определение границы. Определение границы. Так, вот сейчас мы у него спросим. Граница – это что такое? То, что можно перейти. Да. Ну, можно перейти. Одна и та же определенность. Вы что, шпион? Вот, учитесь. Человек записывает. И он настолько уже дозаписывался, что он уже у него все от зубов отскакивает. Но вот эти вот все переходы, о которых вы сейчас говорите. Надо все, не надо все. Вот рамка – это граница. Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. А нечто – это категория какой-то, какого тома? Учение о бытии. Чего вы тащите сюда? Учение о понятии, категории первого тома – бытия. Это нехорошо. Вы в такое сложное вот дело вносите такую простоту. И делаете кашу. Я пытаюсь опираться снять, не забыть. Вы понимаете, какая штука? Нельзя забывать. Это не относится к нашему сегодняшнему занятию. Это вы, когда будете повторять,
том первый. Вот там старайтесь не забыть. А сейчас пока забудьте. Забудьте об этом. Я пытаюсь упаковать это все. Вот, вот это, забыть это есть форма упаковать. Потому что то, что забыто, то значит было в вашей голове. Значит, можно его будет достать при случае. Будете вспоминать и вспомнить. У вас не бывает? Знаете как, чтобы вспомнить? Надо перестать об этом говорить, и тогда вспомнить через некоторое время. А вы как раз все время об этом говорите, поэтому не можете вспомнить. Обратная же вся картина. Отдохнуть надо от этого, оно всплывет. Так, но это у нас все равно не задача. Зачем вы сейчас вот на этом кружке хотите это вспомнить, что это значит? Мы, у нас тема другая, у нас тема отрицательное суждение. Мы нашли ему положительное выражение. Вас это не радует, товарищи, что мы нашли положительное выражение отрицательному суждению? Ну что с отрицательным ходить? Ну с одним отрицанием. Выходить даже стыдно с кружка. Причем итоговое занятие выйти с отрицанием. А вы с чем? С положительным багажом идете, товарищ Восковский. Правда? С чем вы к людям пойдете? С положительным суждением. А если отрицательное суждение, то все равно положительное выражение отрицательного суждения. Все равно положительное. У вас все положительное. И положительное суждение положительное. И отрицательное имеет положительное выражение. Но это же хорошо. Это хороший итог такой для нашего занятия. Все положительное. В снятом виде. Почему в снятом? А положенность это и есть с отрицанием. Чего вы так пугаетесь? Вам кажется, что, если кто-то думает, что положительное – это значит бытие, это бытие. Положительное – это рефлексивное выражение. Потому что отрицательное суждение – это истина положительного. Нет, вот уже, а мы дошли, когда мы до положительного выражения отрицательного суждения, это истина отрицательного суждения. Сейчас подумаем. Ну, положительное выражение отрицательного суждения мы получили как результат. Пройдя через, вот мы брали отрицательное суждение, изучали его и пришли к положительному выражению отрицательного суждения. Итог, результат, что у нас? Положительное выражение отрицательного суждения. Вот это и есть истина. То, что итог, то и истина. Или истина то, что было в начале. А в эту истину уходили. Но она вас догнала. Блин. Не говори. Товарищ считает, что задача кружка – переговорить друг друга. Нет, это не задача кружка. Нет, я так не считаю. Евгений Николаевич. Нет, я не считаю. Вот это будет положительное выражение этого вашего отрицательного высказывания. Для чего нам Гегелевский? Что вы так не считаете. Да. То есть я так считаю, но с этим не согласен. Конечно. Я же должен от чего-то отталкиваться. Вот. Значит, а отсюда, вот дальше уже, как говорится, вот мне даже рассказывать не хочется про бесконечное суждение, потому что отсюда бросок очень простой. Вот товарищ сейчас расскажет, самый молодой из здесь присутствующих. Как дойти? Вы дошли до бесконечного суждения? Дошел, но ничего не понял. То есть бесконечное суждение – это истина. Вот смотрите, как не поняли, вот вы ничего не поняли. А зачем вот так себя принижать? Вот я вот спрашиваю, бесконечное суждение, у вас в руках книга, я бы на вашем месте, представьте, что это вы – это я, а я – это вы. Вот вы мне говорите, Михаил Васильевич, ну что вы скажете про бесконечное суждение? Сейчас скажу. Отрицательное суждение есть столь же мало истинное суждение, как и положительное. Ну хорошо же. Хорошо же. Тут не сказано, что оно не истинное. Вот это мы не отказываемся, что оно истинное. Тут сказано, столь же мало истины. Вот если бы было говорилось, что оно не истинное, то да. Это значит получилось, что мы только что выяснили, что оно истинное, и потом раз, все зачеркнули и выбросили. Ну так не может быть в науке. Это раз везде снятие, движение вперед. Поэтому если истинное, то вот какое может быть, если отрицание применяется к истинному? Значит, мало истинное. Но если мало истинное, так можно дальше двигаться, дальше и двигаются потом. А как дальше двигаться? То есть нельзя дальше двигаться, оставаясь в сфере суждений наличного бытия. Вот Евгений Николаевич инстинктивно туда все время ныряет. А почему он туда ныряет? А потому что мы из этой сферы суждений наличного бытия не вышли. Потому что если мы пишем «есть» в суждении, это что такое «есть»? Это бытие. И оно нам напоминает, что мы имеем дело с суждениями наличного. И если даже когда здесь прямо не пишется, а говорится, говорится, там, допустим, о
как это, всеобщее единично, как вы хотели сказать. Вы хотели скрыть. Нет, это Гегель. Вы хотели скрыть то. Это у Гегеля. Если даже у Гегеля мы даже Гегель. Скрываем это, все равно здесь, раз оно единично, оно есть единичное. А что другое? Это означает то же самое. То есть это, посмотрите на вот, что это оно такое. Единично в своем явлении. Дело не в том, что оно единично, а дело в том, что здесь стоит то же самое «есть». Это все это суждение на личном бытие. И вся эта классификация, вот обратите внимание, чтобы не получилось, что мы заново тут все изучаем. Мы не заново изучаем. Мы не забывайте, что понятие – это снятое что? Сущность. Сущность. А сущность есть снятое бытие. Значит, в понятии есть и бытие, и сущность. И поскольку это… прежде всего, получается, раз это отрицание рефлексии, то есть отрицание сущности, прежде всего это снятое бытие. Через сущность. Непосредственно снятая сущность, но выступает как бытие. Но это же не бытие, а снятое бытие. Поэтому вот это снятое бытие дает нам первое деление всех суждений. Суждение наличного бытия. Все суждения вида – это есть то, это суждение наличного бытия. А если мы вот на этом закончим и начинаем о суждениях рефлексии говорить, уже они не такие. И вот то, что они не такие, это вы самостоятельно будете изучать, это мы сегодня и не разбираем. И то, что они не такие, мы с этого начнем, с рефлексивных, суждений рефлексии, начнем свои занятия. А здесь какие они там? Сингулярное. Сингулярное – это что-то какого слова? Это единичное. Почему простое? Единичное. Единичное, а не простое. Партикулярное. А партикулярное? Частично. Что это? Частично. Чего? Частично. Евгений Николаевич, я вас не узнаю. Вы только столько вы времени потратили сегодня, чтобы протащить особенное, а партикулярное – это в переводе на иностранный русский язык особенное. Особенно это именно это и есть, что вы хотели. И тут вы вот и оказались человеком, который не дотянул это до этого. Но это впереди. Но это надо будет иметь. Это партикулярное суждение. Универсальное суждение. Это же то же самое всеобщее. Но уже здесь где? В сфере сущности. А чем отличается сфера сущности от сферы наличного бытия? Сейчас мы спросим товарища Шабаса, он вам сейчас объяснит. Объясните, товарищи, чем отличается сфера сущности от сферы наличного бытия? А? Пока не смогу сказать еще. Пока или уже? Нет, вообще пока, конечно. Пока. Это хорошо, мудро. А то вы, товарищ Васильев? С отрицанием все мы берем. Все берем с отрицанием. Вот хороший человек с отрицанием, это хорошо же? Ну хорошо, хороший человек с отрицанием. Вам нравится это? Вы знаете, что я вам скажу? Что? Вы, конечно, любого можете запутать здесь сидящих. Почему это я должен запутать? Я не могу запутывать. У меня другая задача. Вы хотите уйти от прямо поставленного вопроса. И такой вопрос очень простой. Вот посмотрите на меня. Как вы думаете, у меня есть недостаток? Все с отрицанием. Конечно. Вы сразу... Откуда же у вас недостаток? Как откуда? Из ваших слов уже следует, что я могу каждого запутать. Это же недостаток. Почему? Как если запутать, если бы вы сказали, Михаил Васильевич, вы можете каждого просветить, но у вас есть, тихо, но у вас есть недостаток, что вы можете каждого запутать. Ну тогда я так понимаю, это нормально было бы. А вы меня же очернили. Нет. Что? Я наоборот вас хотел похвалить. Я не знаю, что вы хотели. Медведь хотел, а вот медведь хотел муху убить, а убил мужика. Взял булыжник и, так сказать, по мухе раз и ударил. А что, вас это вот кого оскорбляет то, что у вас есть недостатки? Вот у вас есть недостатки, товарищ Гаша? Очень. Ну вот его не оскорбляет. А вас положительность-то больше. Вот. А почему вы его не оскорбляете? Потому что у него положительное. У вас количество, прямо так считаете их. То есть у вас положительные мелкие такие, а недостатки крупные, да? Ну, если в совокупности брать, то положительного все-таки больше. А вы это количественно оцениваете? Количественно. Как вы, это нехорошо. Это как вы в сфере наличного бытия, где вы разделили количество. А вы тоже так оцениваете, Константин Константинович? Не очень. У вас положительное, это сколько штук? Больше, чем отрицательное? Качество. Это вы как, вот так оцениваете себя, как хороший человек, вы как себя оцениваете? Что у вас просто больше хороших качеств, чем плохих?
И тогда вы хороший человек. А если на одну больше отрицательных качеств, то вы плохой, так? Да, так, так, судья. Так? Нет, не слушайте его, провокатор делать. А вы, товарищ Васковский, как бы вы сказали? Чтобы вы, если... Говорят, что я всех запутываю, хоть может кто-нибудь меня спросит. А, я думал, о себе речь. Да, я о себе, конечно. Ну, если по версии жены, то недостатков может быть и больше. То есть это в диалектику Гегеля вклинилась версия жены. Да. И, если Гегеля тускнела. Пройдешь, даже говорить не будем. Отдельный четвертый том. Значит, разрешите мне, как руководителю кружка, сказать, что в целом я человек положительный, но у меня есть недостатки, то есть мое отрицание во мне самом. Хорошо. Плохо? Звучит. Плохо? В целом я положительный. Сказано хорошо. Я я не считаю, как некоторые крохоборы, понимаешь? Это у меня качество положительное, это положительное, это положительное. А теперь отрицательное на правой руке. Вы видите, вот здесь много, а здесь только три. Так они, может, такие страшные, понимаешь? Мне тем пальцем показать. Страшные. Разве это вопрос количества? То есть, а это форма противоречия, и мы это проходили. Противоречие имеет форму, целый и свой момент. А отрицание имеет форму момента, а целого не образует. Не образуют ваши недостатки целого. А если бы они образовывали целое, Борис Николаевич, вы бы были подлецом с хорошими качествами и могли бы их перебрать. Эти хорошие. Да. Ну так? Именно так. Вы даже не можете себя представить нормально. Как вас представить? Представить так. Это человек, у которого есть положительные качества и много-много отрицательных. Но на одну больше положительных. Ужас. Ужас какой-то. А вот другое дело, вот Евгений Николаевич, положительный человек. Ну как у всех. У всех у него тоже есть отрицательные качества. Он с ними борется. Вы боретесь со своими отрицательными качествами? Стараюсь бороться, конечно. А они борются с вами? Как? А они тоже борются и с вами? Конечно. И кто побеждает? Вот у Шабасова побеждает положительное, а у вас неизвестно. А почему неизвестно? А потому что вы их перебираете на равных. А вы должны быть врагом своих отрицательных качеств. Правильно? Отрицательных качеств. Вы бороться с ними должны. Вы с ними боретесь не должны. Если вы не будете с ними бороться, а они борются с вами, то вы пропадете. Когда говорят, что человек переродился, это что значит? То, что было моментом, стало целым, а то, что было целым, стало моментом. Подлец, и есть у него отличные качества, которые позволяют ему втираться в доверие. Это вот форма противоречия. О ней написано у Гегеля, разъяснено. Что вот общая форма противоречия, когда он говорит о противоречии, это целое и свой момент. Вот целое, оно является и целым, и моментом одновременно, положительное. Почему? Потому что есть еще отрицательное, которое является моментом отрицательным, но целого не образует. А раз, а первое, оно удвоенное, и целое, и свой момент. Вы просто хороший человек, и такой хороший человек, у которого есть отрицательные качества, с которыми вы боретесь. Я правильно изложил, Евгений Николаевич? Ну, по Гегелю, да. Я не по Гегелю прошелся, а по вам. Ну, по мне-то ладно. Ну, раз ладно, что не сказали? Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Ну, вот. Ну, это же важно, это же в любом разговоре, в любой дискуссии важно. А вы знаете людей без недостатков? Я не знаю таких людей. Их нету просто. Поэтому вот это вот мертвенное бытие, оно мертвенное, потому что нет такого положительного, которое было бы только положительным. В самом понятии положительное содержится что? Отрицательное. Отрицательное. Расположенность. Положенность – это с отрицанием. Это вот товарищ Васковский сначала сказал, вам сразу сказал, дал вам путеводную нить, а вы, имея в руках эту нить, не схватили за нее и не пошли наверх, на гору, а порвали эту нить и пошли в ущелье. Убить. Жалко ущелье. Нет, я просто высоты боюсь. Нет, и жалко, Евгений Николаевич. Он, если он боится высоты, поэтому мы к высотам знания, он к низам знаний идет. Ну, видите. Фундаментально. Что мы можем делать? Так, в основу идет. Get zu Grunde по-немецки это будет так. Основание. В основание. Вот, поэтому мы вот здесь, мы идем вперед, так сказать, уже мы начинаем как бы следующие наши занятия, которые будут
То есть вот здесь мы, все эти суждения, рефлексии, они все носят такой характер, с отрицанием. И это вот суждение необходимости. Тут есть категорическое суждение, гипотетическое суждение, ошибочное суждение, разделительное суждение. А потом идут суждения понятия. И вот я вот должен вам сказать, чувствовал себя не очень хорошо, когда по диалектике выступал у Дмитрия Юрьевича Пучкова, а он каждый раз приветствует, я вас категорически приветствую. А я говорю, здравствуйте, как-то у нас не на равных было. И тут я добрался до самой последней формы, там же идет ассерторическое, проблематическое, аподектическое суждение. А аподектическое – это вот вроде как дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Не просто дом хорош, а вот дом так-то и так-то сделанный хорош, с навесом, с верандой, там покрашенный соответствующим образом, с флагом, да? Вот этот дом хорош. Аподектическое. И вот я приготовился к этому, Дмитрий Юрьевич говорит, Михаил Васильевич, я вас категорически приветствую. Я говорю, Дмитрий Юрьевич, я вас аподектически приветствую. Я объяснил, какие бывают аподектические суждения. Потому что на самом деле это люди употребляют, говорят, вот это запрещено, а это категорически запрещено. Это как понять? Совсем нет. А то не совсем запрещено, да? Это запрещено, но вообще... Можно. Но можно. А это категорически запрещено. То есть можно тоже. Можно только категорически. Ну тогда уже можно сказать, что и аподектически запрещено. Аподектически. Тогда уже вообще уже точно запрещено. Обоснованно запрещено. А оно не о запрете. Оно говорит о том, что хорошо, что плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила, кроха, а что такое хорошо и что такое плохо? И вот Гегель это объяснил здесь. Это аподектически. То есть сын пришел с суждением аподектическим к отцу, что хорошо и что плохо. А не с каким-то там вот, не с таким вот наличного бытия суждения, не с суждением рефлексии ни то, ни сё. А вот что хорошо, что плохо, скажите. Вот с чем пришел. А если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, это значит плохо очень для ребячей кожицы. Это плохо. А что хорошо, он тоже объяснил. Если он с вороной спорит, да? Это значит хорошо. Это смелый малыш. Так, ну вот, то есть мы занимаемся незнакомым, но известным. Почему? Потому что мы занимаемся формами мыслей, формами, которыми мы оперируем каждодневно, используем их в языке. Используем мы как, не зная, не обращая внимания, или используем просто, ну, может, классифицируя по названиям. От того, что мы будем знать, какие называются, вот посуждение, ничего особенного такого не произойдет, ничего такого глубокого, диалектического от этого не будет, если вы запомните, что такое аподектическое, что такое категорическое, что такое ассерторическое или то, или то. Но важно не вот это запомнить, а важно понять, что это вот какое движение этих суждений, и что это, во-первых, движение соответствует движению логическому вообще вот всей системы гегелевской, есть суждение наличного бытия, вот это первое движение, второе, суждение рефлексии, то есть суждение сущностные, и суждение понятия. А в понятие уже входит и то, что хорошо и что плохо. Суждение понятия. Это мы должны различать эту группу, и понимать, что второе выше первого, а третье еще выше, чем это. А внутри этих подразделов суждений, переход от суждения к суждению тоже диалектический, логический. Как получается, что мы рассматриваем до тех пор эту форму суждения, пока она не снимает себя. Она снимает себя и переходит в более высокую форму. И вот это здесь проявляет себя не на материале объективности, когда вы рассматриваете экономику, или политику, или историю, а на материале самого языка, который используется для выражения объективных истин. Поэтому то, что нам приходится делать применительно ко всем предметам, с которыми мы общаемся, с которыми мы
сталкиваемся и которые мы изучаем, это мы применяем уже теперь к самим понятиям. Поэтому Гегель – это первый и единственный человек, который навел диалектический порядок в суждениях. Диалектический порядок – это значит не просто, что переставить первым, что поставить первым, что вторым, что третьим. А это показать еще, что начало, а что результат. Что такое начало, Евгений Николаевич? Свернутый. Чего? Свернутый? Ничего себе. Нет, ну сравнили, свернутый или не развитый. Это сейчас я книжку сложу, это положу под мышку, это будет свернутый результат. Ну развитие. А вы взяли. Я вас спросил про начало, а вы сами сказали конец, сливай воду, все, собирай, свертывай. Евгений Николаевич, я думал, вы вот сейчас. А вы. Это не я, это язык такой. Так уж устроен человеческий язык. Второй, то есть язык ваш недостаток. А это и говорят. Некоторые говорят, у меня есть недостатки. Какие? Говорят, язык мой, враг мой. Нет, не враг. А что вы сейчас говорили? Вы именно на этом настаивали. То есть вы с себя сняли ответственность, возложили на язык. То есть вы языком своим управляете, я правильно понял? А это еще более тяжкий недостаток. Язык сложнее, чем единичный человек, да. Что? Язык сложнее, чем конкретный человек. Язык сложнее устроен. Сложнее? Как вторая сигнальная система, да. До 50 смыслов может быть в одном. То есть, если вы что-нибудь скажете мне, надо искать 50 смыслов в том, что вы скажете. Надо уточнять. Поэтому, когда вот вы рубите диалектическую логику на такие основательные кирпичи, этого недостаточно. Вот смотрите, я только что сказал, что не надо ее рубить, ну так вот. А вы на меня напали и говорите, что вы как раз и рубите. А я говорю, что не надо брать эти разделы как самодавляющие, не брать отдельные вот эти суждения, как не переходящие, наоборот, их надо брать в единстве. И это я вам стал говорить в связи с тем, что это задача будущих занятий. Мы уже занятия по отрицательному суждению провели, а у нас идет разговор о том, что мы там в перспективе должны делать, к чему готовиться. Поэтому ваше заявление принимается, что не надо, только не в отношении меня лично, а в отношении всех остальных тоже. Что мы должны не рубить, а выводить. Начало это что? Еще раз повторяю, вы же начали оправдываться. А неправильно сказали, что такое начало. Начало это что такое? Еще раз. Дубль два. Что? Неразвитый результат. Вот, сейчас хорошо. Третьего раза. Уже вы успели сказать неразвитое содержание, я слышал. А там записано. Здесь все записывается, чтобы потом не отвертеться. Это правильно. Да, 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 да. Так, а результат что такое? Результат это. Что? Результат это результат. Развернутое. Развернутое начало. Результат это. Учитесь, вот вам Борис Николаевич Гавшин русским языком объяснил, что результат это развернутое начало. Учитесь вот. Достигнутое. Постигнутое. Да не вами оно достигнутое, это Гавшином достигнутое, ну, и постигнутое, да. А вами не постигнутое еще. Нет. Почему оно не постигнутое? Потому что вы не можете его выразить в понятиях. Я же вас спросил, это у нас прошли мы это все, это пройденное. Так, вот идет ревизор, здравствуйте. Сейчас он. Значит, мы вам докладываем, что успешно прошло последнее занятие, и мы обсуждаем планы на следующие. На следующее, на будущее. Эти планы состоят в том, чтобы разобрать уже суждение рефлексии, а потом суждение понятий. И вот когда мы это все разберем, что интересно дальше, вот у Гегеля, если вы будете просто смотреть оглавление, то вы увидите. А дальше все равно вопрос сводится к тому, отражают ли эти суждения теперь, вот все более сложные, действительность, мир. И переходит он от этих всех вещей, от субъективности, к чему? К объективности. Это же потрясающая вещь. Но уже объективность какая? Это насколько объективно наши понятия выражают этот объективный мир. Уже у нас было бытие и сущность, это все тоже был объективный мир. Но сам по себе взятый, он существовал и без всяких понятий, и без человека. А вот теперь мы снова приходим к объективности, и рассматриваем те понятия, которые выражают очень важнейшие, которые являются важнейшими категориями объективного мира. И двигаясь по этим категориям механизма,
который все время нам подсовывает вместо организма. У вас, вы вот механизм или организм? Организм. Вы организм, а вы? Тоже. А что нам все время ищут какой-нибудь механизм управления обществом? Ну, это те, которые, у которых механистическое мировоззрение. Это вы как-то слабо. У которых части. Это вот как-то слабо. У которых части. Как-то слабо. Скажите, пожалуйста, есть кто-нибудь видел механизм с головой? Ну, какой-нибудь механизм, допустим, часы с головой. Вот часы с боем есть. С кукушкой. А часы с головой? Ну, с головой не такой, который приделан, изображает голову тюрбан. А с головой бывают механизмы? То есть все механизмы, то есть все механизмы безголовые. Поэтому, когда у нас начали создавать механизм управления вместо системы государственного планового централизованного управления социалистической экономикой, пришел конец социализму. Потому что механизм. А вот механизм закона стоимости, можно говорить, ну, цены выросли. Спрос упал. Спрос упал, цены выросли. И туда-сюда и качается. Это механизм. И вот товарищи хотят зарплату получать как организмы, а чтобы механизм все делал, а им бы ничего делать не надо было. Только в зарплату два раза в месяц ходить получать. Или с книжки снимать постоянно. Так сейчас с этим искусственным интеллектом совсем уже... Искусственных интеллектов не бывает, Евгений Николаевич. Если он искусственный... Евгений Николаевич. Четкий там. Евгений Николаевич, искусственных интеллектов не бывает. Слово «интеллект» – это ум. Ум, если у кого искусственный ум, то у него нет интеллекта. Да вообще, это ужас. Почему ужас? Почему ужас? Люди хотят… Это самообучающийся. Евгений Николаевич, люди торгуют. И люди, когда торгуются, да, карася выдают за порося. Карась вот такой, а порось такой. Ну, торгуют. Ну, какой это искусственный интеллект? Это дальнейшее применение, так сказать, новых каких-то технологий по обработке информации. Вот такое всего. Ну, какие-то еще. Память можно оперативная, долговременная, можно еще прибавить. Можно сделать помощника, который будет разыскивать, и голосом Алисы будет вам рассказывать сладкоголосым, что вы хотели. Прочитает то, что вы можете прочитать и сами. Ну и так далее. Это все механически. То есть все, что можно делать механически, то есть то, что не относится к интеллекту, вот оно переводится на механические, так сказать, формы использования. А то, что относится к интеллекту, то есть там, где надо новое открыть, вот это интеллект. Никаких новых открытий вы не можете получить без головы. Голова – это человеческое решение. Это интеллект. Потому что интеллект – это ум, между прочим. А что такое ум? Ум – это, так сказать, то, что с помощью чего мы постигаем мир. А? Каузальный рефлекс. Как Павлов Иван Петрович говорил. Недостаточно одних условных рефлексов для описания поведения высших млекопитающих. Да это только чего недостаточно, долго можно перечислять. Даже зарплата недостаточно все время. Мне хватало. И жизни не хватает, чего недостаточно для того, чтобы все познать. Ну, если тут заняться тем, чего нам не хватает, это мы долго будем осуждать на это все. Так вот, впереди у нас объективность, а там механизм. Причем механический объект, механический, формальный механический процесс, реальный механический процесс, продукт механического процесса, чтобы люди, вот это изучив, уже получили омерзение по отношению к самой низшей форме вот этого устройства, механическому. Абсолютный механизм, центр, закон, переход, уже закон здесь другой, уже закон механизма, а не закон, который мы смотрели. Красивый такой закон в учении о сущности, как спокойное объявление, а здесь он чисто механический. Химизм, химичить можно тоже. Не только механически что-то отнимать, но можно и химичить и тоже деньги получать. Химический объект, химический процесс, переход к химизму. И вот телеология пошла. Это уже, если цели ставятся, то это уже не химизм и не механизм. Субъективная цель, средство, выполненная цель. Как вы будете писать, опосредствованная или опосредованная? Опосредованная, смотря к чему это относится. Вы к чему как будете писать? А вы к чему? Смотря о чем. А вы о чем будете писать? Я буду писать. Зачем нам нужна гегелевская диалектика? Ну, я думаю, про воду вы же не будете писать? Про воду? Да. Почему не писать про воду? Будете.
Ну, если опосредованное, это значит что? Среда? А среда это какая? Или воздух, или жидкость какая-нибудь, да? Просто среда. Масло. Видели вот эти? Видел. Экскаваторы, которые гидравлические. Да. Вот это вот у них среда. Вот эта среда выполняет роль средства. Это опосредованное. А опосредованное – это значит средний член, среда, средний член. То есть крайний член и средний член. Поэтому опосредованное правильно будет писать. И вот у моего коллеги, профессора Смирнова, при издании его книги, везде слово «опосредственное», как у Маркса, у Энгельса, у Гегеля написано «опосредственное». Это вы-то колебания здесь проявляете, так сказать? Нет, я не проявляю. Да. Некоторые колебания проявляли, да. Колхоз, вы, когда в колхоз заходили, то вы проявляли какие-то колебания. Так вот, в отличие от этого, Смирнов никаких колебаний не проявлял, но везде написал «опосредственное», как Маркс, как Энгельс, как Гегель. В издательстве мы все вычеркнули. Я когда эту книжку его взял читать, я говорю: «Игорь, что они вам сделали?» А вот они, значит, такие всякие. Я говорю: не, у меня так не получится у них. Они мне, значит, как всегда, вычеркнули все это опосредствование, это редактор. Я знаю, как работать с редактором. Взять надо резинку и все стереть. Они карандашом делают. Они не имеют права, у меня авторское право. Я автор, они не авторы. Они редакторы. Редактируйте, но это я не хочу. Я все стер. Тогда они со мной начали беседовать в присутствии главного редактора. Как так вот? В словаре написано, вот есть опосредственное в словаре. Но я тоже подготовился, говорю, есть в словаре опосредственное, но оно стоит на втором месте, а на первом месте опосредованное, на втором. А на первом месте опосредственное в словаре. Вы не видите, что на первом месте? Вот я, ну большой Дарья, словарь, ожидал. Вот на первом месте стоит опосредственное, я хочу как на первом месте в словаре. Не хочу как на втором, и все. И у меня вся книжка вышла как опосредственное. Да и вас спросил, вы как хотите, а вы смотря как, каких обстоятельств. То есть вы правильно так, бывалый человек, на всякий случай защитились. Да я не защищаюсь от вас, не защищаюсь. Вы человек положительный, вы не агрессивный. Положительный человек, активный, который может положить на лопатки в споре. Это хотите сказать? Ну, если вы чувствуете, что пора. Нет, это если вы чувствуете, что пора. Что это единственное средство. Так, ну вот. Так, да? И вот, наконец, и там мы идем, а уже целеполагание, и там переходим к идее. Вань, перезвоним через 3 минуты. Угу. И переходим мы к идее. А идеи 3 там. Куда мы идем? 3 идеи. Вас это удивляет, что их 3? Да нет. Нет. Вас теперь уже ничего не удивляет. Меня ничего не удивляет. В нашей стране цифра 3 никого не удивляет. Так, понятно. В России, вы хотите сказать, что в России все втроем делается? Нет, просто в понятии 3 тотально. Троица, семерка, и вот с тех пор все пошло на троих. В понятии 3 тотальности. Всеобщее, особенно единичное. Нет, тут вы Боже не попали. Тут вы, нас, святой, тут вы нас хотите задержать на этом моменте, на начале понятия, а я говорю о результате. А в результате мы получаем идею теоретическую, то есть познание мира, идею практическую преобразования мира и единство теоретической и практической идеи, единство познания и преобразования мира, которое называется как? А что, вы не посмотрели в конец? Как вы читаете ход какой-то детектива? Я не Но знаю. Но вы же ругаетесь. Нет, это же детектив. Наука логики, это же детектив. Пройденному. Нет, это же детектив. Как детективы читают? Смотрите, кто убийца. Кто убийца? Идешь и смотришь. Оказывается, абсолютная идея. Единство теоретической, практической идеи. Вот абсолютно это вот. И к этому мы. Или абсолютно не отрицание, абсолютно идея. Идея это не отрицание. Идея это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. А вы это отрицанием назвали. Нет, вы для вас хорошая мысль абсолютно. Ничего не делать. Я а как только что делать, так отрицание. Я за предикат, а вы за субъект. То есть меня засчитали за человека. Я думаю, на этом надо закончить, потому что это уже хорошо. Идея преобразования это идея добра? Да, идея добра. Идея преобразования мира, идея добра. Ну а что мы называем добром? Сделайте что-нибудь доброе дело, да? Ну что-то сделайте хорошее.
преобразуйте что-нибудь, улучшите, да, добро. И сначала сделать, чтобы сделать добро, надо познать, а то вместо добра сделаете зло. Правильно? То есть теоретическая идея, практическая идея. И нельзя их разрывать, потому что нельзя сделать добро без познания. И нельзя познавать без проверки. А как проверять? В действии. Поэтому это то, о чем, вот, скажем, говорится в марксизме, что практика, критерии истины, и все это у Гегеля здесь уже присутствует. Присутствует, потому что оно присутствует как момент абсолютной идеи. Более того, вы здесь, когда будете читать, обратите внимание, когда Гегель говорит о средстве, он говорит, что плуг, с помощью которого добывает зерна пшеницы, почтеннее, чем зерна, потому что с помощью этого плуга можно очень много пшеницы получить, больше, чем без него. То есть средство высоко очень ставится, средство. А средство – это средний член, середина. Поэтому это очень важно. Научный с рабочим движением. Да, рабочий класс является тем самым средством, которое делает коммунизм научным. А если у вас вообще идеи только коммунизма, а социализм – это социализм утопический. Утопический, если нет вот этого средства, которое к этому приведет. И наоборот, если уже объявлено кругом социализм, коммунизм, но утеряно средство, это рабочий класс, а его убирают в диктатуру пролетариата и, так сказать, его куда-то загоняют, даже руководящих не давать. Значит, идея преобразования получается. Получается обратное преобразование. Справедливость. Реакционное преобразование. Да. Ну это вот мы сейчас говорим в конце нашего этого занятия о том, что перед нами интересный фронт работы на будущее. Очень интересный, тем более, как мы с вами договорились, понять задачи такой не ставится, а прочитать до конца надо. Спасибо за внимание. И вам спасибо. Прекрасное занятие, прекрасное. Спасибо.